Всем привет! Сегодня посмотрим еще на одну open source игру Unknown Horizons. Horizons. Что-то я читал Horizons, а тут Horizons. Короче, написано она на Python. На Python. И вот я перешел. Так, и здесь сейчас попробуем под Linux. Ну, здесь есть ссылка инструкции для Linux. И сейчас попробуем это все собрать. Короткая версия тут какая? CMake, куда устанавливать? CD build. Попробуем, наверное. Блин, давайте вот это попробуем. Я даже не знаю тут. Так. Давайте. Git clone. Сейчас посмотрим, что получится. Так, либо, может быть, надо было вот здесь это сделать. Сейчас бы я создал какую-то папочку. А что это такое? 5chan и 5engine. Типа движок и не движок. Не надо. Наверное, вот прям вот так вот. Так, ну, я так смотрю, исходников немало выкачивается. Ладно, давайте посмотрим на меди. Что это за игра? Это, я так понимаю, какая-то типа стратегия. Ну, походу, да. Вот что-то можно строить. Интересно. Ебаут, давайте прочитаю. Real-time экономический симулятор с элементами стратегии. 2D Engine, изометрик 2D Engine. Так, на каком-то движке уже базируется FIFA. Flexible Isometric Free Engine. Вот, опачки, ого, ничего себе, я не знал, смотрите. Код написан на C++. Это какой-то движок. Представляете? А я и не знал. Я думаю, кто-то из вас тоже об этом не знал. Интересно, хорошо, пусть будет, эти ссылки я оставлю. Дальше, короче, тут люди что-то подобавляли и сделали игру. Ну, сейчас посмотрим, что нам надо дальше сделать. А вот давайте вот так вот и я буду делать. Так, просто копипаст. Ты смотри. И что это? Ага. Так, следующий шаг. А я вот просто вставляю и все. Опачки. Так, МК-дир. А, что, уже... Ой, блин. Уже, походу, существует такая папочка или что? Так, Unknown Horizon. Где тут? Ну, тут ее нету. Дело в том... А, конфиг. Где у нас тут конфиг? Вот он. И... Во, смотрите-ка, есть. Ага, и скопировать надо было. Контент сеттинг. Сделать ссылку надо было. Да ладно, фиг с ним. Где наш скрипт по запуску? Run. Давайте попробуем. Run. Опачки. Чего-то не хватает. Ладно, сейчас я подумаю и продолжим. Короче, походу надо еще установить этот движок. А ну-ка я посмотрю, есть ли он в репозитории. Мало ли вдруг. Все может быть.
Ну, все может быть, только не это. Ладно, попробую я скопировать. Скопировать. Потому что вроде люди пишут, что как бы это все хорошо, но, дружище, ты еще и этот. Движок. Собери. Ну, точнее, установи. Так, git clone. А, вот, Five Engine. Да, где-то что-то писали, елки-палки. Вот, по-моему. Вот. Короче, делаем все. Все, как здесь написано. CD. Да, нужно установить движок. MKDIR. Короче, я сейчас сделаю все, что вот здесь написано, и все, что вот здесь. А потом продолжим. Короче, смотрите, что надо было делать. У меня еще не доделано, но какие-то подвижки есть. Первым делом, вот когда... Это я оставлю вот так вот в таком расположении, ссылки будут. Так, смотрите, сборка под Linux. Ну, здесь сборки вон еще под Windows и под Mac OS. Что надо? Во-первых, надо убедиться, что у вас все установлено. Ну, короче, кликнуть на Dependencies. Ну, Dependencies. Типа зависимости. Вот зависимости для Debian систем, то есть для Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu и подобных. Если у вас Python 2, вот это установить, если Python 3, вот это. Ну, я устанавливал для Python 3. Потом, после этого всего, вот, вы кликнули сюда. Дальше надо скачать и установить вот это. Это первое, потому что если вы сначала вот это будете, то, короче, будут проблемы, и вы вернете, что первым шагом вот это надо сделать. Потом движок опять какой-то этот фифе скачиваем из исходников и собираем. Дальше. Блин, ничего себе. Только 1% сборки. Что-то там серьезное. Дальше. Что дальше? После этого всего уже переходите к этому шагу. И по идее... Ну, короче, смотрите. Эта команда, вот, ну, как бы вы все установили, она создает ссылки, да, там, на один файл, там, с именем таким-то, а будет ссылка с именем таким-то. Короче, может быть ошибка, напишет, что такая директория уже есть. Вы можете либо ее руками удалить, либо сделать это без создания директории. Ну, проще всего, если вы особо не знаете, то просто удаляете из этой папочки config вот это unknown horizons и выполняете вот эту всю команду. И после всего этого, по идее, должно запуститься. Я не знаю. Почему-то еще 1%. Хотя тут 12 ядер. 12 ядер. И что так... нагрузило, и что оно там вообще делает, не я что-то не могу понять. А ну давайте посмотрим загрузку. Загрузка не очень. Надо было, наверное... А, не, вот, пошло. Надо было make и указывать j там, что-то там. Да не, нормально. Вроде по чуть-чуть идет. Вот, и вроде бы все у вас должно собраться. То есть, я думаю, вы поняли, да, порядок шагов. То есть, надо все это делать вот по очереди, а не так, как я сначала пропустил это. Вот, ну, сейчас соберется и посмотрим, получилось или нет. Так, собралось. Вентиляторы потухли. Ну, что ж, давайте попробуем... Так, ай-яй-яй, что я сделал? Надо же еще выполнить. Это я выполнял make. А теперь надо, что там пишут? Sudo make install. Установить. Ну, давайте скопируем. Можно было написать, конечно же, но я просто скопировал. Так, есть. Ну,
Идем в саму игру. Где она у нас тут? Unknown Horizons. Так, и здесь Run. Давайте. Run. Да елки-палки, не запускается. Вот так вот, вот так вот. А если еще раз попробовать пересобрать. Давайте вот так вот сделаем. Во, вот так вот. Setup build, да? Ну, давайте. Блин, да вот вроде ж. Блин, не хочет запускаться. Не хочет и все. Короче, ребятки, так как я с этим Python не очень, но что-то делал. Короче, смотрите. Я запустил, да, и была такая ошибка. Модуль not found error. И это no module named future. Ну, я сразу же гугланул, и я понял, в чем дело. Да, надо еще для Python, если отсутствуют какие-то модули, надо их доставлять. Соответственно, написали люди, ну вот так вот сделай, установи. Я попробовал, а мне Ubuntu говорит, слушай, дружище, тебе надо вот установить, вот такой пакет. Ага, я так понимаю, вот с помощью этого пакета можно устанавливать все недостающие модули. Собственно говоря, я установил этот пакет Python 3 pip. Блин, тут уже столько всего установлено. Ладно, вот, установил и дальше выполнил эту команду по pip. 3 install future. Было что-то скачано, установлено, и после чего наш вот этот unknown горизонт запускается. Вот. Ура! Значит, это видео выйдет. Потому что перед этим я пробовал еще одну игру. Короче, там танцы с бубнами. Даже пришлось править исходный код, бо там было, забыли один include. В результате так ничего не получилось. Вот. А с этой получилось. Так. Settings. Что у нас тут в settings? Ну, в settings'ах не очень. А, не, о, смотрите, давайте установим русский язык. Где ты, вот. Translation 100% completed. Это хорошо. Так, одиночная игра. Ну что, давайте сыграем, что ли? Это на Python. Не, я вам говорю, ну, движок мы уже знаем, написан на C++. Так, давайте, наверное, какое-то разрешение поставим. Может быть, вот это. Да ты что? Неужели переведено? Ух ты, новая версия есть. Но нам новая версия не надо. Смотрите, переведено на 100%. А, нет, действительно. Отказаться от изменений. Ладно, давайте попробуем одиночную игру. Что это все-таки за игра? Новая одиночная игра. Сюжет, случайная карта. Случайная карта, цвет, игроки 1, пираты, вольный торговец. Сейчас посмотрим. Итак, вот это мой кораблик. А как плавать? Ага, правой кнопкой я кликаю, и он плывет. Да мне как бы, ну, если честно... А, вот он я, походу, вот кораблики. Смотрите, за мышкой... Смотрите за мышкой. Так, вот стрелками вправо-влево я перемещаю. Ну, карту могу смотреть. Дальше, я так понимаю, нам надо сейчас высадиться вот тут. И... Да вы что? А ну-ка, смотрите, склад слишком далеко, чтобы основать. А тут что? No available. А, сказали... Что переведено было? Так, а как выгрузиться, ребята? Блин, нужно же как-то... О, создать поселение. Есть. Давай, быстрее сюда. Создал поселение. Дальше. Это какие-то пираты плавают. Что делать? А как мне... Ой-ой-ой, а где палатка? Во.
Все понял, нашел палатка. Мне еще надо. А где люди? Как? О, скроллом можно приближать, увеличить. Хорошо. Но где люди? Как мне людей построить? Ребята, что-то я не врубаюсь. Так, строить. Диплома. Не, мне строить надо. Палатка дает жителям кров. Навес, хранилище, тропа, дозорная башня, площадь, святилище, маяк, палатка лесоруба. Давайте. Давайте, вот тут будет рубить лес. Палатка охотника. Давайте, охотник будет тут ловить. Палатка рыбака. А рыбак... А вот тут пусть будет ловить. Мало ли там какие-то негодяи, пираты приплывут. Так, и что теперь? Сколько это, типа, мое... Название моего поселения. Ага, понятно. Что тут дальше? Ну, я, в принципе, не знаю. На первый взгляд... Что-то так себе. Так, что такое? Необходимые ресурсы. Вера. Надежда, любовь. Блин, ладно. Они говорят, вот это надо построить. Ну, на тебе. Дальше. Святилище. Давай, святилище. И все. Что тебе еще надо? Пес. Пища. А этому что надо? В этой постройке... Не осталось ни одного свободного места. Хм. Значит, надо построить хранилище, а денег у меня нету. Надо 4 доски. А лесоруб что-то... Остановить производство. Не, не надо останавливать. Тут остановлено. А лесоруб что-то долго... Заполните участок 25 деревьями. Так, а где, почему этого? Досок у меня, количество досок не увеличивается. Непонятно, непонятно. Обзор производства, связанные постройки. Дерево восполняет. Да, но мне надо достроить вот этих. Эти жители не могут попасть на площадь. А почему? Наверное, потому что... Что такое? Непонятно. Досок количество вообще не увеличивается. О, есть 7. 7 штук. 7 штук. Надо... Я хотел склад построить. Да нет, не могу я склад построить. Почему? О, 4 доски надо. Так у меня ж только что 7 досок было. А вот 8 досок, правильно? Или что это? Блин, вообще непонятно. Короче, но в любом случае, опять, вроде было только что 8. 9. В любом случае, игра написана на Python, поэтому, кому интересно, то давайте разбирайтесь, как тут можно на этом Python писать такие игры. Такие игры. Наверное, надо было обучалку запустить. Потому что здесь я смотрю, вон, и какие-то полезные ископаемые есть. И куча всего. Но по поводу кучи всего я не вижу тут кучи всего. Пока не вижу. Но, возможно, потом это все увеличится. Возможно. Дипломатия, союзник. О, да, не понял я. Судовой журнал, нет записей, статистика. Хорошо, короче, будем завязывать. Игра, на мой взгляд, так себе, но чисто научный интерес вызывает, потому что все у нас вроде как на Пайтоне. И давайте посмотрим хотя бы какие-то, может быть, исходники. Вот это... Например, World. Так, да, вот остров какой-то. И действительно, что-то здесь вроде на Python. Короче, не буду отнимать у вас времени.
Вот. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.